части нам так вкусно рассказали про наш бизнес. Каждый из них поделился такими особенностями нашего маркетинга, особенностями нашей продукции и то, что каждый из нас наработал. Вы знаете, мне самой захотелось еще раз подписать один раз контракт, начать все заново и пойти так, как нам советуют наши лидеры, которые прошли уже определенную часть пути. Но не только наши лидеры, но и мы тоже прошли определенный путь. И, по сути, каждый из нас поделился опытом своей работы. Так как я тоже хочу чуть-чуть поделиться опытом той работы, которую я провела, будучи в этой компании. Скажите, пожалуйста, вот для начала я хотела спросить, кто живет в маленьких городах? Есть люди, которые живут в небольших городах. Я бы хотела сегодня поговорить о том, как можно работать. Даже работая в маленьких городах, можно работать с сообществами. Поднимите руки, кто любит работать непосредственно с каждым индивидуально. Поднимайте руки. Индивидуально, вот видите, все любят работать индивидуально. Но есть возможность работать не только индивидуально, но с группами людей. Кто любит работать хоть с небольшими, но группами людей? Поднимайте руки. Вот. А почему вы любите работать с группами людей? Каждый может назвать свою причину. Кто скажет? Охват больше. Охват больше. Так. Время тратится меньше. Время тратится меньше. И еще. Результат другой. И каждый... Интересно, да. Почему? Потому что каждый из них, если находится в группе единомышленников, то они заражаются друг от друга общей идеей. Правильно? Правильно. Так вот, у меня есть небольшой опыт работы в сообществах. Скажите, даже в маленьких городах есть какие-то сообщества. Кто скажет, какие есть сообщества в ваших городах? Женское движение. Женское движение. Клуб ветеранов. Клуб пенсионеров. Учителей. Учителей. Школа третьего возраста. Школа третьего возраста. И вот посмотрите, даже в самом... Школа танцев. Школа танцев. Вот смотрите, в самом маленьком городе есть какие-то сообщества. Понимаете? И есть, если вы хотите работать с этими сообществами, нельзя говорить о том, что у нас маленький город, и там нет возможности работать с большим количеством людей. И вот сегодня вы сами сказали, что есть возможность работать с этими сообществами людей. Я хочу немножко поделиться опытом работы. Вот именно, ну, мы живем в большом городе, поэтому опытом работы, ну, в больших городах. Но и при этом мы работаем не только с большими сообществами, мы работаем и с маленькими сообществами. Вот, допустим, скажите, пожалуйста, ведь в каждом городе есть какие-то этнические сообщества, правильно? Да. В каждом городе есть. И я вот на примере корейского сообщества, да, потому что я кореянка этническая, я хочу вам рассказать, как строится работа с людьми именно в этом сообществе. Для того, чтобы начинать работать с сообществами, вначале нужна какая-то подготовка. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы каким-то образом начать взаимодействовать вот с этими сообществами? У кого какие мысли? Найти сообщество. Что еще сделать? Ну, надо познакомиться с тем, что они. Так, что они? Что делают, чем занимаются. Еще? Расписание. Вот это называется одним словом подготовительная работа, правильно? Подготовительная работа. И при этом мы понимаем, как устроена вот эта структура, и предварительно мы понимаем, каким образом мы сможем с ними взаимодействовать, верно? Верно. Так, вот я хотела спросить, вот у нас есть разные этнические группы. Вот существуют такие группы людей, где существуют определенные ранги, да, определенные, скажем так, почитание старейшин и так далее, и так далее. Есть такое? Mm-hmm. Есть.
И смотрите, для того, чтобы начать работать в этих этнических группах, немаловажно узнать, кто является там наверху, старейшинами или же в администрации вот этих компаний. И если вы придете именно наверх с официальным, скажем так, на официальный прием для того, чтобы познакомиться с ними, вот тогда у вас налаживаются первые очень хорошие связи. Потому что, будучи где-то в администрации, у них есть больше рычагов для того, чтобы уже в дальнейшем простроить какую-то систему работы. А это получается обычно так. Если в этой этнической группе есть лидеры, скажем так, и эти люди имеют какие-то рычаги, возможности, то они уже после себя дают, как правило, они сами работать не будут. Они, как правило, дают людей, которые будут в дальнейшем ответственны за эту работу. И вы начинаете с ними знакомиться, и вот на этом уровне вы уже простраиваете план работы для того, чтобы в дальнейшем осуществить вот совместную деятельность. И после этого уже начинается вся остальная работа. И уже вы начинаете работать, уже простраивать, уже в этом, на этом уровне у вас уже простраивается структура. Вот это опыт моей работы. Я начинала работать, ну, хотя я и кореянка этническая, я вначале как-то не придала этому значения и начала работать не, скажем так, с вышестоящими официальными представителями, а вот совсем недавно я просто сделала для себя вывод, что нужно выходить на эти уровни. И вот летом у нас были национальные праздники. И когда я познакомилась с представителями именно администрации нашего сообщества корейского, там уже у меня пошло гораздо быстрее, работа пошла гораздо быстрее, потому что уже пошли, работа пошла именно не только с корейцами России, уже пошли какие-то связи именно с южнокорейскими представителями. И причем это представители не просто люди отдельно взятые, а это сообщество. Одно из этих сообществ, скажем так, это научные сообщества, это инновации. И вот когда мы с Кирой Савицкой сходили вот на это мероприятие, это международное сообщество корейцев, это 12 стран, в которых участвуют. И нам дали возможность всего 10 минут поработать, всего 10 минут сделать доклад. У нас получилось великолепно, шикарно, потому что сейчас уже, после того, как мы поработали, набрали контакты, мы теперь можем работать вот с отдельно взятыми людьми. Мне некоторые говорят, что вот это повторить невозможно, но на этой схеме можно работать в самых маленьких сообществах. Вот такой пример. Еще один пример у нас есть. Очень много, скажем так, людей, которые уезжают на заработки, правильно? И такие люди есть везде. Особенно если взять, вот, допустим, компании клининговые. Знаете, да, что это за компания? Ну, уборка. И вот там, как правило, тоже определенные сообщества людей. И у меня есть человек в Санкт-Петербурге, который работает в клининге. И люди, которые к ней приходят, они просто-напросто верят ей, и поэтому там идет работа, методичная работа. И люди, которые приехали куда-то зарабатывать, для них очень важно, чтобы это было, была возможность заработать какие-то деньги. И когда мы им показываем схему 5 по 5, на выходе 1 200 000 с чем-то, да, то им это очень нравится. И они идут именно вот на эту систему работать. Эту систему можно применить даже в самом маленьком городе, где есть хоть один универмаг, в котором есть клининг и в котором есть люди, которые работают в нем. Вот это вторая схема. И вот сегодня Таня Гайдина говорила, напомнила про автомобилистов. А это у нас особая тема. Мы с нашими партнерами, когда стали рассматривать, с какими группами людей большими мы можем работать, кто-то сказал, а давайте попробуем на автомобилистах. Вот поднимите руки, кто у нас связан, ну, кто водит автомобили.
Вот, видите, какое большое количество людей водит автомобили. И кто сидит за рулем, он же знает, какие у него проблемы, да? У них есть определенные проблемы. И вот с чего мы начали? Мы просто посмотрели, какая продукция, какие проблемы. Ну, конечно, немножечко с юмором мы назвали эту программу «Джентльменский набор автомобилистов». Вот, и этих наборов у нас несколько. Вот набор номер один – это по зрению. Как вы думаете, какие четыре продукта мы включили в этот набор? Визум, Сальтен, Коронар. Ну, а все остальное мы туда еще добавили как второстепенное. И вот четыре продукта – это продукты, которые идут на контракт. Следующее у нас – сердечно-сосудистое. Это необходимые в аптечке автомобилиста продукция. Какая? Кардин, Коронар, Ангел. Ну, вот составить можно. Вот именно из четырех продуктов можно составить программу, какую хотите, сердечно-сосудистую. Есть у нас еще программа «Мужские проблемы», да? Мы же все знаем, что мужчины за рулем, они имеют проблемы определенные. Тоже. И мы вот составили несколько вот таких программ. И каждая программа состоит из четырех продуктов. А это контракт. А это уже объемы. А в дальнейшем уже вот это все дает возможность пополнять продукцию. И опять-таки это работа. Вы скажете, что если это только продукция, то это как бы не бизнес. Но этот бизнес тоже надо простраивать определенным образом. Мы идем не просто так к одному водителю. Мы начали с этих гаражей. Гаражей было где-то в первый раз, когда мы пошли, где-то 1500 гаражей. И мы сходили к руководителю. И вот начали с администрации, и потом пошло. Сам человек, который находится наверху, у него проблемы. И когда он увидел это, он сказал «да». Они вывесили стенты, а потом уже мы ходили с диагностикой, и вот так вот пошла работа. И причем эта работа действительно становится бизнесом. Не просто лечение, а становится бизнесом. И вот, вот таким образом, простраивая работу вот в таких сообществах, даже если это маленькие города, мы можем выходить на большие аудитории. Вот на сегодняшний день... Вот у меня опыт работы есть вот такой вот. И, конечно же, интересно работать и с сообществами бизнесменов отдельно. Но это уже в каждом городе проходят какие-то семинары. Это надо ловить. Вот у меня вот такой вот опыт работы. Я вот коротко с вами сегодня поделилась вот моими наработками. Так что спасибо за внимание.